Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-доктор. Этот канал нацелен на то, чтобы обучить вас делать сайты самому и не тратить на это деньги. Если вы будете смотреть видеоуроки на канале IT-доктор, то уже через 2 недели активного изучения материала вы сможете создать очень приличный и даже красивый сайт. И вам не придется кого-то нанимать и платить за это деньги. Наверное, у вас уже возник вопрос, что я узнаю на этом канале? На этом канале вы научитесь делать простые сайты, такие как сайт-визитка, одностраничный лендинг-пейдж, и даже сможете создать более крупные сайты, если приложите немного усилий и будете тщательно изучать материал на моем канале. Все зависит от вашего терпения и желания учиться, а с моей стороны вы получите готовый к изучению материал, и понятным языком на примерах я буду все подробно объяснять и комментировать все свои действия. Уроки выстроены таким образом, чтобы у вас не возникло трудностей с освоением материала. Мы будем начинать с установки необходимых приложений на ваш компьютер, таких как редактор кода. Далее рассмотрим полезные сайты, сервисы и инструменты, которые нам пригодятся в ходе обучения и дальнейшем создании сайтов. Позже мы начнем изучать язык гипертекстовой разметки HTML, каскадные таблицы стилей CSS и язык программирования JavaScript. После того, как вы получите основополагающие знания, вы уже сможете начать работу над своим сайтом. Я вам настоятельно рекомендую перейти на страницу канала и там в разделе плейлистов начать изучение материала уже сейчас. Но не спешите выключать это видео, так как вам следует знать еще некоторые нюансы. Современные сайты требуют от нас еще одной вещи. Это сделать наш сайт не только практичным, но и красивым на любых устройствах, будь то телефон, планшет, ноутбук или настольный компьютер. Помогать нам в адаптации сайтов для разных устройств будет фреймворк Bootstrap, которому будет посвящен отдельный видеокурс на моем канале. Также мы научимся сами создавать макет сайта в редакторе Photoshop и будем верстать сайт из макета. Все полученные вами после этих курсов знания называются фронтенд, то есть визуальная составляющая часть сайта, анимации, цвета и прочая красота, которую можно увидеть на сайтах. А весь функционал и работоспособность, например, форма обратной связи, регистрация пользователей, называются бэкэнд, и создается все это на языках программирования. Для того, чтобы придать сайту хотя бы минимальную работоспособность, например, дать пользователю возможность отправлять вам письма на электронный адрес или оформлять какой-то заказ на вашем сайте, нам нужно будет совсем немного погрузиться в бэкэнд. Бэкэнд — это та часть сайта, которая обрабатывает действия пользователей на сервере и выполняет ответные действия. Простыми словами, это код, написанный на языках программирования вроде PHP и JavaScript. Безусловно, бэкэнд является более сложной частью в создании сайтов, но только вам решать, как сильно вы хотите его освоить. И, конечно же, ни одна современная система не может обойтись без базы данных, хотя бы для создания регистрации и авторизации пользователей на сайте. Нам нужно будет освоить базы данных. Всем этим мы будем заниматься в практических видеоуроках на канале IT-доктор. Возможно, у вас возник вопрос, как же мы будем все это делать, ведь нужен домен сайта и хостинг для его размещения. Но я могу вас успокоить и сказать, что от вас не понадобится никаких лишних затрат. Все, что от вас потребуется, это компьютер с выходом в интернет, желание и старание, а также внимательно смотреть данные видеоуроки, которые выстроены в правильном порядке и позволят вам правильно и легко воспринимать и запоминать информацию. На канале IT-доктор уже сейчас более 150 видеоуроков на такие темы, как HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Open Server, Brackets, Sublime Text, Emmet, Photoshop и о многом другом. Не пугайтесь, услышав столько новых и, возможно, непонятных слов, просто переходите к следующему видео и начинайте изучать материал. Вся информация по видео и ссылки на соцсети, сайты и полезные ресурсы будет в описании под каждым видео на моем канале. Также тщательно смотрите всю информацию под видео на этом канале и в подсказках к видео, там вы найдете много полезной информации. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки для поддержки развития канала, пишите комментарии с вашими вопросами и пожеланиями. А также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, заходите на сайт itdoctor.xyz и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео на канале и всегда быть в курсе новостей. Спасибо за внимание и услышимся в следующих видео.